последний звонок. Я не встаю так, ну, наверное, никуда. У нас достаточно пасмурно, поэтому, скорее всего, последний звонок нам в итоге проведут в самой школе. Мне сейчас с собой практически ничего не надо делать, только помыть голову, высушить ее и поесть. И желательно еще взять что-нибудь с собой, потому что начало у нас только в 11. А еще какой вчера произошел конфуз? Я заказала беленькие гольфы капроновые на последний звонок где-то 5 дней назад на Озоне. И вчера мне приходит вечером уже уведомление, что доставка переносится и типа привезут мне их теперь вообще непонятно когда. Я просто сижу вчера на маникюре, кстати, вот, смотрите, какие милости сделала. И думаю, а что мне делать? Потому что в заказе были еще гольфы моей одноклассницы. Но в итоге мне фартануло вроде как. Я нашла какой-то шоурум в Уфе, оформила доставку, и вот сегодня к визажисту мне должны прийти гольфы. Короче, дай бог, все пройдет хорошо, и они мне придут. И я буду в гольфах. Так и не скажешь, что спала 5 часов. Мне очень холодно, я голодная и у меня нет гольфов. Я утеплилась. Я с утра заказала из шоурума доставку этих гольф, оплатила их, и они мне пишут, что до обеда они не успеют ничего доставить. И типа, разбирайтесь как хотите. Я такая, окей. Попросила брата забрать эти гольфы откуда-нибудь из города. Короче, сейчас просто дай бог, что он успеет их мне привезти в школу. Но мы сейчас купили колготки в Магните. Спонсор. Еще нам не продали пиво. В Магните сегодня не продают ничего. Подготовка к 8 марта. Это кто тут? Тебе ли время плачет она? Шепотом кричит, умоляя, зовет. По тебе одной тоскует и ждет. Холодом пропитана душа. Давно по тебе ливнями плачет она. В рот возьми. Там, где рассвет, заката нет, лучами солнца передам привет. Там, где нас нет, печали свет, а небо лишь услышит твой голос в ответ. Там, где нас свет, заката нет, лучами солнца передам привет. Там, где нас нет, печали свет, а небо лишь услышит твой голос в ответ. У меня подруга сегодня школу закончила. Я вообще так рада. Хочу сказать свой вердикт. Мне очень понравился. На самом деле Диана просто красивая, невероятно, самая лучшая. Просто посмотрите, ну я в шоке. Диана, если ты это не вставишь... У нас все закончилось. Ем праздничный торт. Какой? Меня зовут Рошана, я ебашу ремонтмана. Если не заплатишь, я сделаю тебе в ротмана. Со мной нахуй лучше вообще не ругаться, если не хочешь бобжом оказаться. Здравствуйте. Я не ставил до сих пор. Он твой ебаде. Пошло уже. Небеса. Твои обетованные. Что? Что же вы молчите, опять высотою маня? Ой, блядь. Кадиллак, это новый Кадиллак. Смотрите, какое яичко. Не очень пахнет, на самом деле, да. Мы взяли хинкали. Мы приходим, она говорит, я не хочу хинкали. А уже заказ сделали. А что ты хочешь? Он говорит, я не знаю, я не хочу кинкали. Начали смотреть том-ям. Том-ям она не захотела. Пиццу она сразу забраковала и такая, я хочу роллы. Идем за роллами. Это вот я как-то помпер Егору постирала. Вентиляция. Мы уходим отдыхать. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.
Пока-пока. Чтобы вы понимали, мне пришли гольфы с Озона. Надену их на второй свой последний звонок, скорее всего, 25 числа. Еще одни мне должны прийти, те, которые мне заказывала мама. И еще одни лежат внизу, которые мне купил прямо на последний звонок брат, но они мне не пригодились. Вот теперь у меня склад белых гольф. Буду продавать.